И всем привет, вы на канале Роман Мьюзик. Сегодня я буду в третий раз записывать Майнкрафт. То есть с третьего раза. Если будет лагать, пишите в комментариях. У меня вот лагает, но более-менее. Первым делом по ачивкам нужно забыть деревцо. Потом скрафтить. Чё? What? Ладно. Обойдем. Делаем верстачок. Собираем все еловые доски. Раскидываем по всему крафтингу. Делаем верстачок. Но этого все еще не хватает. Для того, чтобы сделать топорик. А мне нужен как раз таки топорик. О, быстрее начал копать деревцо. Эта земля здесь лишняя. Вставляем. Это первая часть моего прохождения в Майнкрафте. Делаем палочки. Ну, палочки мы сделали. Главное, чтобы ночи не наступило, пока я тут все крафчу. Хотя может, потому что я все долго делаю. Ура, топорик. Ну, заходим в настройки. Сложность мирная. Я не хочу, чтобы меня какие-то там тупизны, то есть зелененькие человечки атаковали под именем зомби. Вот и первый удар нашего топорика. Нам нужна еще и лопата для того, чтобы копать землю. И как его там зовут? И кирку. Вот чертов. А, еще и здесь не работает, вы хотите сказать, да? Теперь это значит, это только в сетевой игре, да? То, что можно запривадить территорию. А, ну да, зачем привадить территорию в одиночной игре? Берем палки, вставляем, делаем кирочку, не матуку, а кирокуку. Берем топорик, добываем, перестаем добывать. Берем палочки, расставляем палочки. Все. Ставим сюда, и все, у нас закончилось. Ко мне. Молодец. Теперь копаем вниз. Нажимаем Shift H. И первый камень. Каменный. Где мое достижение? Ой, Майнкрафт лаганый. Соблюдаем правила. Не рыть сюда. Хорошо соблюдаем. Очень хорошо. Мы как раз таки соблюдаем его. Если меня не слышно было, то тогда пишите в комментах. Ну, вижу, что не лагает. Значит, можно не самую-самую первую версию скачивать, как ты мне и сказал, тот Артём Паскарь. Я тебе еще припомню. Ну, а этот видосик выйдет ровно в 4 часа. Наверное. А у меня вопросик, Артём. Как мне подниматься? Я не хочу
Ты, вот ты где прятался. Ладно. Смотрим координаты. На каком на блоке? О, вижу свет, значит, где-то рядом лава. Или просто... Мне так кажется. Три кадра в секунду, как? Ломается кирка, поднимаемся наверх. Ломается кирка, и сразу мы наверх. Иногда такие песики тупые создаю я. Ну что ж, меня же все считают таким плохим. Ну, спасибо вам, мои любимые подписчики. Мне вот даже если будут давать жалобу на авторские права, мне все равно. Главное, чтобы вы наслаждались видосиком. Ну вряд ли кто-то будет Но я ради вас. Ну вряд ли кто-то будет Короче, вряд ли кому-то будут нравиться мои видеоролики. Майнкрафт. Майнкрафт — это же старая игра. Только пчелки летают где-то там в современном Майнкрафте. Если кто понял, лайк. Как раз таки хватало, чтобы дырку закрыть. О, еще и деревцо подобрал. Где дерево? И сейчас, наверное, прилетит ачивка в ненужный момент. Каменный век. Где мои ачивки? Гуденборг. Нажимаем Shift и нажимаем на наш блок. И все 49 еловых досок у нас. Мне понадобится 8. Теперь делаем меч. Хотя зачем мне меч, если я в обычном режиме? Лопаточку делаем. После лопаточки делаем топорчик. Вы, наверное, спрашиваете: Рома, ты что такой дебил? Ты не видишь то, что у тебя 10 подписчиков? Ты такой бомж. Ну, может быть, бомж. Но в реальной жизни я не бомж. И хоть я и не богатый, я не бомж. Мои родители хорошо зарабатывают. О, в шахту. Хорошо, что у меня есть палочки. Ставим 4 угля. О, я поставил 4 угля. Чик-чик. Эй, вы куда? Мои палочки с углем. Жалко, что это не версия Оптифайна. Я бы легко бы освещал бы. Ну, как говорится, каждый путь в шахту ведет к алмазам. Посмотрим, посмотрим. Железка, надо поддобыть железочко. Чтобы сделать... Точно, еще надо будет печку сделать, чтобы переплавить железо. Если бы такие спрашиваете: Рома, а что ты проходишь в Майнкрафт, если ты сам мог бы без Ютуба бы пройти? Просто мне друг Артём Паскарь Иванович попросил, чтобы я снимал Майнкрафт, скачал Майнкрафт, так сказать. Но я его не скачивал, так как у меня была пиратка. У меня просто ник Скелетон.
Легенький, Ников, скажете. Ну, минус этого Майнкрафта, то, что ты здесь не сможешь посидеть на серваках, там, порубиться, там, на любых сервачках. О, целых 12 чертовых факелов. Оп, копать. Копать. Копать мы сейчас будем копать. О, железка. Железка моё. И, кстати, почему я так давно не играю в Майнкрафтик? А, кстати, да, хороший способ... Давай, мотайся, мышка. Хороший способ запоминать дорогу. Просто расставляешь факелы на каждый... Так, сколько у меня кадров в секунду? Чё? Это тупик. Майнкрафт. Ты ещё задохнешь в корзине. Из-за, наверное, бандикама. Если вы видите, то тогда сверху... Есть такая линия, которая делает мне специально для всего экрана. Опыт. Откуда я опыта получил? Или я настолько нубяра, то что даже не знаю, то что с угля падает опыт. Не падает. Тогда откуда у меня опыт? Да. Откуда опыт, Рома, у тебя? Откуда? Надо будет... Наверное, убить несколько эндерменов, так как я их убью. Если у меня мирная сложность. А не такая вот профессиональная сложность. Может быть, я в следующей части прохождения этой игры замечательной. Если бы я умел бы пользоваться фотошопом, я бы вам... Короче. Думаю, то, что я плохо все начал проходить. Не, ну зато хорошо как раз таки идет запись. Просто я хотел раньше записать вам Roblox, много раз пытался, а мне нужно 6 ядер. У меня просто слабенький ПКшка. ПКшка. Но это все равно что-то нормальное, а не то, что там Windows 10. Конечно, на Windows 10 как раз таки, наверное, есть 6 ядер. Но мне нужно покупать тогда новую видеокарту, наверное. Короче, я в этом не разбираюсь. Но я у стримера, который записывал Roblox, спрашивал, почему у тебя Roblox не лагает. Он мне легко сказал. Да, братан, не парься, это все легко и просто. Просто если у тебя 6 ядер, то тогда у тебя не будет лагать Roblox. Да. Да что ж, братан, не расстраивайся. Купи себе новый ПК и будешь записывать Roblox на нем. Не, ну Рили, почему все считают то, что Roblox это плохая игра? Если в нем даже больше режимов. Оп, кто-то сердечки потерял. Овечки, сердечки. О, курочка, посмотрим. Если у меня выпадет яйцо с куренком. Куренок. Чё? Кто такой куренок? Да кто такой? Идите домой, пожалуйста, куренок. Цыпленок, а не куренок. Ни одного шанса на то, чтоб я здесь строил дом. Ну, за... Где мой топор? Зато хоть места нету. То есть есть место. Да, бываю, наше деревцо. Бедные курочки. Посмотрим, если выпадет... Если не выпадет хоть один цыпленок, все, курочки
Желательно всем слабонервным закрыть глаза или закрыть этот видеоролик. О, ты бог! Короче, кто сможете слабонервно открывать глаза? Я вот тыкаю в эту курочку. Она, блин, прозрачная. Как ты такая стала? Чё, ты куда пошла? Ладно, слабонервно, и обратно закройте глаза. Закрыли? Пишите в комментах, если закрыли. Да, что-то такое. Бизим. А там, где яйцо, это знак... Слишком много яиц. Очень много. Можешь и открывать слабонервные глаза. Молодцы, курочки, то, что убежали от меня. Сейчас буду крутой домик делать. Ну, для этого... Чего? Так, чик. Чего, блин? Почему у меня столько досок? Это же столько досок, что... Вот и скажите, пожалуйста, сколько у вас минут на вашем уроке? 45? У меня тут 45 тиловых досок. Чё, Карл? Карл, мал. Чё? Новое достижение, рабочий стол. Так, посмотрим. Статистика достижения. Чик. А ты кирку сделал, надо печку сделать. Чтоб светло было. Забираем один булыжник, ставим сюда. Кто не знает, какого числа я родился. С 17 числа я родился. Вот. Раз, два. И все. Теперь родился 18-го. Когда твой батя на все руки готов за тобой охотничать. Курятина. На что ж я буду переплавлять-то? На угле, что ли, моем? Давай быстрее. А я тут пока буду строить твой дом, Рома. Чик. И строим дом. Так как нам помешало это деревцо, ну мы из него будем делать древесину или как это? Но мы из него будем делать... Но мы из нашего деревца делаем досочка. Мне уж все-таки надо спать. Хотя у меня есть одна команда. Это... Как там? А, точно. Сет. Блин. Set time. 500. Блин, была бы у меня команда бы. От дождя. Теперь надо в этой морозине сидеть. Set time. Тысяч.
тысяча. Блин, покапа. Светлеть. Светлеть. Ура! Светлеть. О, как раз таки до одного стака хватило. Ничего, так повезло. А, привет, Древцов. Думаю, уже достаточно. 20 минут как-никак уже прошло. Можно, наверное, заканчивать видосик. Было бы у меня такое интрушка. Наверное, я самый худший изобразитель песен в этом веке. Чего? Вот это повезло, чуть не упал. И надо было некоторые фотки перед записью удалить. Но мне эти фотки понадобятся, а вдруг кто-то сбросит рабочий стол. Как я буду делать мой рабочий стол? На моем компьютере. Вот такие, Рома, ты шо? Какой рабочий стол? Ну, я вам показывал видос, вроде бы. Если вы помните. Где мои досочки? Нет, мои доски. Я их собрал. Мне нужен еще песочек. Вот и я. Стою. Вот если бы я мог бы на такую версию поставить бы скины. Да еще посмотрите, и то вот, кстати, кто, наверное, знает, оптимизация Windows 7 уже не происходит. А у меня как раз таки еще Windows 7. Ну, конечно, мой папа работает еще, делает машины он. Работает еще с Windows XP, но я все еще поражен, как его компьютер не заразился каким-то там вирусом компьютерным. Как его потом будет лечить, его компьютер. Если кто-то вспомнил мультик Фиксики, ставьте лайк. Про серию там, где... Я не люблю Фиксики, это просто мой младший брат их смотрит. Его зовут как раз таки Вадимыч. А кто знает Вадима Швака? И кто он такой? Напишите в комментариях. Ля-ля-ля-ля-ля. Приседаем, нажимаем, закрываем. Крыша наша. Крыша наша, крыша наша, крыша, крыша наша, наша. И всем пока. Пока еще не пока, я еще на паузу пересяду. А потом сделаю кровать и... Как это? И закончим. Следующая часть будет уже про то, как я сделал весь дом свой. Пока. Я имел в виду, то есть сейчас вернусь через 10 минут. Буду искать пока овечек. А для вас это будет 1 секунда. Встретимся через 10 минут. Ну и вот, кстати, я, конечно, немного заигрался. Ковер уже добыл. Где-то прошло полчаса. Стекло раздобыл. И вот еще голову раздобыл. Забыл еще вам сказать. Вот что я добыл. Хотя, может быть, сюда. Ладно. Я скелет и сушитель. Спросите, почему я другие моды? Потому что я один раз попал в лаву. Да, тем более я потерялся, прокопался вверх. Но я ничего оттуда не брал. Клянусь всей своей мамой, я ничего оттуда не брал.
хочу, кстати, посмотреть. Так я рядом с равниной обосновался. Хочу посмотреть, где я появился. Думаю, вы не досмотрите до этого момента. Это я камеру включаю. А на камере же изображен, кстати, микрофон. Нет, там моя командочка. А вот она, моя командочка. И мод режим игрок. Готовьтесь к экстремальному прыжку. Оп, оп, оп. Блин, где надо скрафтить? Вот деревянную дверь надо. Собираем все двери. Так, как удобнее будет. Чё? Дверь-то не так стала. Передвигайся, дверь. Хату, это не моё стекло. Как там мой уже лезет? Надо скрафтить мне мой любимый ведро. Так, я не понял. А, вот и мое ведерце. Это уж будет слишком долгая работа. Хотя с таким, с такой лопаткой, как у меня, это будет не так уж и сложно. Ну, а я вам вернусь, когда все дострою. Ну, а вот и вернулся. Сейчас по щелчку пальца. Наверное, по щелчку пальца. Вся вода переместится сюда. Раз, два, три.